Проверим, как этот карандаш справится с ржавчиной, с закрашиванием труднодоступных мест белой краской. Вот такой вот маркер для закрашивания швов плитки. Плиточных швов. Ничего особенного, обычная краска. Но с антигрибковым эффектом, водоотталкивающим. Нам предлагают его так вот заболтать. Далее будем закрашивать вот эту вот нишу. Пропитываем краской. Довольно-таки жидкая, легко растекается. Цвет белоснежный, насколько это возможно. То, что нам нужно. Сохнет быстро. Чуть-чуть берется. Ну, в принципе, получается такая небольшая гладь.